Добрый день, представляю вашему вниманию микс «Экстра зима Канада». Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такой вот красивой танковочки, размерчик L. Очень мягкая, приятная к телу, вязаная жилеточка эско. Топ, даже так можно сказать, элечка, искусственная кожа, куртка. Спортивный трикотаж, леггинсы. Размерчик L. Танковочка. М-ка, топ, велюровый XS, так, брючки, спортивный трикотаж, М-очка, так, здесь у нас М-ка, такая вот рубашка, штапельный материал, танковочка с высоким горлышком XL, брючки, размерчик на 14 лет, джемпер с высоким горлышком, размерчик L, брючки, 34 размерчик, рубашка, 42 размер, танковочка М, джинсы, размер S, толстовочка, L размерчик, укороченная, L джемпер, танковка M, размер, брюки с начесом, размер L, такая вот футболочка в рубчик, размер M, так, XL танковка, толстовка, внутри петелька XS, танковочка S-ка с пайеточками, вельветовые брюки, 32 размер, СМ рубашка, толстовочка с капюшоном М размерчик, здесь вот есть небольшие зацепочки на замочке, спортивный трикотаж леггинсы, внутри флис, размер S, есть небольшие катышки, спортивный трикотаж танковочка ML, XL толстовка, петелька внутри. Спортивный трикотаж 2XL пола, имеется загрязнение на нем. Джемпер горловина на замочке, размер L. Такая вот футболочка, блуза, размер S. Танковка, полумбир, L-ка. Рубашка, H&M Евро 36, жакет XS. Элька танковочка, брюки М размер, внутри петелька, спортивный трикотаж танковка L на замочке, толстовка с капюшоном, внутри начес, XL размер, есть загрязнения поверхностные, спортивный трикотаж брюки М-ка, есть зацепочка небольшая, спортивный трикотаж толстовка L размер, жакет, так, размер S, джинсы, 32 размер, есть загрязнения поверхностные, поло 6XL, танковочка велюровая на замке S-ка, поло 3XL, брюки, размер L, толстовка с начесом, размер SM, жилет, размер L, L футболочка, халат плюшевый M-ка, идет вместе с поясом, так. Джемпер L размер, ветровка M-ка, жакет L-ка, спортивный трикотаж, толстовочка S-ка, Рибок, внутри начес, ветровка, так, S размер, здесь вот на липучке волосики, ну, всякое, прилипло много чего, S-ка, жилет, очень такой плотный, классный, это еще не все, дальше Calvin Klein, жакет, размер SM, у
удлиненные, эска танковка, брючки размер L, танковочка, L-ка, брючки с начесом 2XL, резиночка внизу, футболка Puma XL, спортивный трикотаж, танковка M-ка, леггинсы XL на 14-16 лет, L размер джемпер, имеются катышки на нем, L танковка ГАФ, XL спортивный трикотаж, жилет, брюки М-ка, внутри начес, так, М-очка, толстовка, внутри начес, толстовка, внутри плюш, на замочке с капюшоном, размер L, имеются катышки по всей толстовке, платье S-ка, толстовка плюшевая, размерчик XS, брюки флисовые, М-ка, флисовая толстовка горловины на замке, размер М, брюки с начесом М, L размер спортивный трикотаж, толстовочка, танковка S-ка, леггинсы, кальсоны, мужское термобелье размер М, топ вязаный S-ка, М кардиганчик, очень такой тоненький, легкий, флисовые брючки М-ка, футболка 2XL, жилет искусственный мех, можно, он двухсторонний, можно носить так, можно мех внутрь сделать, размерчик SM, такая вот куртка, размер M. Это еще не все. Также есть вот такой вот наборчик в лоте. Перчатки и шапочка. Так, ну, один размерчик женский. И вот такой вот снуд с люрексом. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.